Это мы заехали в новый район Пашу, Каусуна. Тут уже так все поприлично. Свежие, холодные, люди не звали. Хотя крыльца внизу у домов тоже. Тоже магазинчик такой. Конечно же, не без Макдональдсов. Это мы приехали на озеро, на другое. Это всего лишь был заборчик, такой зигзагом он идет и ведет к вот этим пагодам. Теперь нам придется зайти в пасть этого дракона. А здесь внутри какая-то настенная живопись. Теперь мы поднимаемся на эту пагоду, как бы две башни. Внутри тоже украшено все картинками. И, конечно же, отсюда открывается замечательный вид на город. Вот отсюда мы поднялись. Вот это озеро. Еще какие-то дракончики. Достаточно большое. Мы как бы сейчас на краю его стоим. Это район Каушунга там проглядывается. Такой новостройка, скажем.
А это вторая фаза, да, башенка, на которую мы, наверное, уже не пойдем. Так вот посмотрим на нее. Которая внизу тигр. Тигр. Вот она. Тигр.